На очередном заседании районного совета депутатов обсуждали наиболее важные вопросы. В некоторых вопросах депутаты приходили к единому мнению, другие же вызывали разногласия. Например, такие как установление цены продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности района, гражданам и юридическим лицам, имеющим в собственности здания, сооружения, расположенные на таких земельных участках. Об итогах совета депутатов смотрите в начале нашего выпуска. 21 мая в здании районной администрации состоялось 9-е заседание Совета депутатов Ленинского района. На мероприятии присутствовали глава Ленинского района Сергей Кошман, его заместители, начальники управления и комитетов, вел заседание председатель районного совета Валерий Венцель. Заседание посвятили обсуждению наиболее актуальных вопросов. С докладом об исполнении бюджета муниципального образования Ленинский район Московской области за первый квартал текущего года выступил начальник финансового управления. В бюджет поступило 488 444,9 тысячи рублей, что составляет 101% от утвержденного плана по доходам. Расходы бюджета планировались в объеме 525,5 миллиона рублей, осуществлены в сумме 497,9 миллиона рублей, что составляет 94,8% от утвержденного плана. Татьяна Макушкина также озвучила информацию о том, что Министерством финансов Московской области проведена оценка качества исполнения муниципальных финансов за 2013 год, по результатам которой Ленинскому району присвоена первая высшая степень качества управления муниципальными финансами. Такой же степени впервые со времен проведения рейтинга удостоились и 4 поселения нашего района – совхоз имени Ленина, Горки Ленинские, Развилковское и Молоковское поселения. В ходе заседания уделили внимание и такому важному вопросу, как установление платы за пользование жилым помещением для населения Ленинского района с 1 июня 2014 года. Несмотря на некоторые разногласия, депутаты все же пришли к общему решению. То есть по расчетным данным у нас выходит стоимость 6 рублей 85 копеек, это базовая стоимость. Дальше мы, как вы, депутаты, советовали нам применить повышающие и понижающие коэффициенты. Если повышающий коэффициент для там, домов с улучшенными характеристиками, то получается 7,27, с ухудшенными 4,88. Ежегодно на основании постановления правительства Московской области, закона Московской области, происходит поэтапное повышение тарифной ставки первого разряда рабочих, государственных и муниципальных учреждений. В связи с этим участниками собрания рассматривался вопрос о внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского района от 27 июня 2007 года об оплате труда работников муниципальных учреждений Ленинского района. И нам рекомендовано в обязательном порядке принимать свои нормативно-правовые акты органа местного самоуправления. Это идет о рабочих должностях муниципальных учреждений. Размер с 1 мая 2014 года 7270 рублей. В прошлом году мы с вами принимали. Возрастает до 7706 рублей. Большинством голосов на заседании было принято и решение о предоставлении в безвозмездное пользование нежилого муниципального помещения Ленинского района отделению Всероссийской общественной организации «Боевое братство». Лариса Вольнова, Константин Брылов, Елена Кошелева. Видное ТВ.